Жизнь Валентины Алексеевны Точила яркая и интересная. Ее главное богатство – любимая семья, дети и внуки, а также близкие люди, которые всегда окружали женщину. Вот и сегодня они собрались, чтобы поздравить Валентину Алексеевну с юбилеем. Этот человек уникальный. В свои такие вот юные годы, как говорится, она не перестает оставаться в жизни всех событий. Энергии у нее столько. Она подает прекрасный пример. Дай Бог нам всем дожить до такого возраста, оставаться вот такой вот энергичной. Дай Бог ей здоровья, самое главное. Мы гордимся такими людьми. Со столь значимым событием именинницу поздравил и депутат Думы Хасанского округа Василий Филиппов. Он передал подарки, цветы и самые искренние пожелания счастья и здоровья. В свои 90 лет Валентина Алексеевна полна оптимизма и жизненных сил. Ее активная жизненная позиция и любовь к людям помогают преодолевать трудности и во всем находить хорошее. А еще, несмотря на возраст, она продолжает трудиться. Ведь именно труд и открытость людям, как считает сама Валентина Алексеевна, главный секрет долголетия. У женщины есть свой огород, где она выращивает овощи и ягоду. Силы придают как-то. И понимаешь, что ты еще живой, что ты что-то можешь сделать. И здесь главное, чтобы не быть обузой ребятам своим. За сладким столом и чашечкой чая именинница вспоминала о прожитых годах и делилась своими воспоминаниями. Ну, конечно же, продолжала получать поздравления. Мы присоединяемся ко всем теплым словам, сказанным в адрес именинницы, и желаем Валентине Алексеевне крепкого здоровья, жизненных сил и радости, чтобы родные и близкие радовали ее своим вниманием и заботой, а каждый ее день был солнечным и прекрасным. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.